90% выпускников, которые прошли обучение на платформе ju.kz, после сдачи ЕНТ поступают на грант. Онлайн-платформа открылась в Казахстане 3 года назад, и сейчас на ней обучаются больше 100 тысяч человек ежемесячно, а офлайн обучаются больше 1500 человек. Наши принципы – это осознанное и качественное образование. Мы готовим к ЕНТ с помощью умных алгоритмов, которые помогают выпускникам учить именно те темы, где у них есть пробелы. С момента основания компании ju.kz мы обучили 1000 выпускников. 992 из них получили гранты. Затем мы обучили 8500 детей. 8000 из них получили стипендию. На бесплатном фестивале для учеников городских школ школьникам разъяснили нововведения в проведении единого национального тестирования. В фестивале приняли участие около 2000 учеников. Им рассказали, как добиться высоких баллов на тестировании и поступить на грант вместе с ju.kz. В прошлом году мы открыли школу в Шымкенте. Сейчас у нас 3 филиала в Алматы, Шымкенте и Актау. В этом году мы планируем открыть филиалы в Шардаре и Атырау. Чему мы учим? Мы учим делать выбор, чего хочет ученик, какой предмет ему нужен, какие есть пробелы. Мы формируем ученика как личность. В ходе фестиваля представители ведущих университетов страны организовали выставку и ответили на вопросы абитуриентов, касающиеся выбора профессии и вуза.